встанем на наши ноги и будем приветствовать нашего Господа. Ведь Он здесь, Он ожидает тебя, Он ожидает меня. Давайте оставим всю суету и будем поклоняться Ему, потому что Он достоин. Он достоин этой встречи. Он так ожидал видеть нас. Он очень любит нас. И давайте мы тоже покажем, как мы любим Его, как мы ценим Его святое присутствие на этом месте. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, наш Господь, за сегодняшний день, за то, что Ты его сотворил для нас. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Твоя любовь нас собирает здесь, слушать Слово Твое, быть в Твоем святом присутствии, наполняться Тобою, петь Тебя Санна. Петь Тебе, великому Господу нашему, всемогущему, Осанна, грядущий, аллилуйя! Oh, oh, oh.
на грядущий. Аллилуйя! Давайте будем восхвалять нашего Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы приветствуем Тебя, наш Господь, на этом месте. Все слава, честь, хвала, поклонение только Тебе одному, Господи. Мы любим Тебя, Иисус. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Господь. Обнимаем ноги Твои, Господь. Целуем руки Твои, Господь. Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя, наш Господь, Бог богов, Господь господствующий. Слава Тебе! Хвала Тебе! Аллилуйя, слава Тебе! Все славим Тебя, наш Бог.
Хвала, честь и поклонение только Тебе одному. Господь, мы собрались здесь, Господь, в Твоем святом присутствии, Господь, и говорим, мы хотим исполнить волю Твою, которая есть благая, угодная и совершенная для каждого из нас. И мы просим, Господь, веди нас в этом пути. И мы благодарим за Твою крепкую руку. Ты сказал, держу я Тебе за правую руку и не отпускаю. Аллилуйя! Хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Куда мне идти, как мне жить? Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Свое сердце. Он хочет исцелить раны сердца твоего. Он касается так нежно. Мы благодарим Тебя, наш Господь. Не знаю пути, куда мне идти.
Изменить наши судьбы. Ты силен изменить наши сердца. Господь, мы верим Тебе во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое прославлено в наших жизнях, потому что мы любим Тебя. А Ты верный Бог, Ты верный Слову Своему. Ты верный, Ты касаешься каждого сердца. Ты ходишь среди нас, потому что Ты великий Бог. Ты Господь. И мы будем всегда смотреть на Тебя во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. 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 Удали от нас всякую суету. Тебе. Мы готовы слышать сердце Твое, Иисус. Аллилуйя. Да, Господь, Ты здесь. Аллилуйя. 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 Касаешься сердец, Тебе.
Ты ходишь среди нас, тебе хвала, тебе хвала. Да ты здесь, касаешься сердец, тебе хвала, тебе хвала. Аллилуйя!
Тебе хвала, Тебе хвала, слава Тебе. Божий народ, воздайте славу Господу. Он достоин, Он достоин. Господь, это все для Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за то, что мы можем стоять у престола Твоей благодати и воздавать Тебе славу, честь и хвалу. Спасибо, когда Ты ведешь нас на Твои глубины. Господь, мы поклоняемся Тебе. Потому что Ты, Господь, и мы возносим руки свои к Тебе. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Thank you.
Твоей любви мы только находим покой. У ног Твоих только успокаивается душа наша. Мы благодарим Тебя, Господь, за открытые небеса в нашей жизни. Мы благодарим, Господь, за Твои чудеса. Мы благодарим Тебе, Господь, за Духа Твоего Святого, который ведет нас путем новым и живым, путем Твоим святым и истинным, потому что там есть жизнь, жизнь вечная через Тебя, аллилуйя. В тишине подойди.
Вессалоника в духе и истине. Аллилуйя, Господь! Мы благодарим Тебя за дуновение Духа Твоего Святого, за нежное прикосновение. Благословенное имя Твое на этом месте. Благодарим Тебя за любовь Твою и милость Твою к нам, Отец. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты нашел нас, когда мы не искали Тебя, и даровал нам новую жизнь. Благодарим Тебя, наш Царь, за Твою любовь, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, что Ты сохранил нас до этого времени. И мы в Твоих руках, мы Твои. Спасибо Тебе. Аллилуйя, Господи! Спасибо Тебе за этот город, в котором Ты позволил нам жить. Боже, мы благословляем город Сочи. От Магри до Веселого, большой город Сочи, мы благословляем именем Твоим святым. Господь, каждый дом, каждую семью, Господь, стучи в сердца людей, чтобы Твоя церковь наполнилась спасенными людьми, чтобы люди все жаждали и искали Тебя в это последнее время, Отец, во имя Иисуса Христа. Благослови, сохрани, помилуй, Господи, наш регион, Отец, во имя Иисуса. Благослови, чтобы в каждом населенном пункте была Твоя церковь, прославляющая и любящая Тебя, Отец. В руки Твои отдаем, Господь, каждого человека, тех, которые приехали отдыхать, Господь. Ты знаешь каждого, Боже мой. Касайся каждого сердца, благослови, Господь, чтобы церковь Твоя наполнилась спасенными людьми. Спасибо Тебе за все. Слава Тебе, наш Царь и Спаситель, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим хвалу нашему Богу, потому что Он один достоин всей славы, чести, и хвалы и поклонения. И нет другого Бога. Аллилуйя. Ты призвал меня из тьмы, ты призвал меня.
Аллилуйя! Вся слава Тебе! Аллилуйя! Благословляю вас всех, братья и сестры. Я благодарю Господа за эту честь стать перед вами и говорить Слово Божие о покаянии. У меня для вас есть благая весть. Ваша жизнь искуплена дорогой ценой, ценой крови Иисуса. Евангелие от Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, Бог возлюбил, и Бог отдал. А Иисус, Он возлюбил и, принимая волю Отца, согласился пойти на эту жертву. Он знал, на что идет. Он знал, что Его ожидает, через что Он должен пройти, чтобы освободить тебя и меня. С 17 стиха. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Да, в этом мире очень много зла. Мы живем уже, можно сказать, последнее время, но все больше и больше умножается зло. Кто может уверенностью сказать, кто за тебя жизнь отдаст? В буквальном смысле этого слова. А вот Иисус отдал. Он уже отдал свою жизнь за тебя и за меня. И Он это сделал добровольно. Он совершенной любовью возлюбил тебя и пошел на эту жертву. И Он ожидает от тебя только одного. Не ответа на свою жертву. Он ожидает от тебя, чтобы ты отдала сердце твое. Для чего? Снова же, для тебя самого, чтобы твою жизнь из смертной превратить в вечную. Аминь. И в этом только ты можешь ему помочь. Потому что он отдал тебе волю. Бог отдал тебе свободную волю. Ты хозяин своего сердца. Ты можешь выбирать, куда тебе пойти, за кем тебе пойти. Знаете, бывает в жизни так, что ты скажешь: «Ой, а я не хотела, ты меня убедил, а я не хотела, ты меня заставил». Нет, Бог ожидает тебя. Он уже все совершил на кресте. Он ожидает тебя для тебя же самого. Ты скажешь, что «да, я верю в Иисуса, что Он есть, я верю». А я тебе скажу, что в Библии написано,
Иакова 2:19. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Ты веришь, что Бог рядом, что Он слышит твои молитвы, да, в этом мире. Он будет до конца с тобою. Он будет всегда слышать тебя. Он будет отвечать твоим молитвам, будет благословлять тебя. Но простите, мне это так открылось до поры до времени. Придет момент, когда мы будем уже переходить в вечность. Для этого ты должен принять Иисуса своего Бога и Спасителя. Мне открылось так, что когда придет время, Иисус будет нас встречать там, у ворот, у вечности. И Он будет принимать нас каждого по отдельности, рука в руку. Не так, что мы все пошли и обнимаемся один, другой, а другого не заметили, прошел мимо, да? Нет, один в один. Мне открылось так. Мне когда-то очень хороший человек сказал так, и это коснулось моему сердцу, что когда придет время, Иисус протянет руку свою, и ты должен руку свою вложить в Его руку. И Он возьмет, и ты перейдешь, и Он скажет... Он узнает тебя и скажет: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. И посему прошу тебя, мой брат, моя сестра, не довольствуйся малым, что Иисус рядом. Наполняйся им. Призови его в свое сердце, ведь из него же источники жизни». Пригласи Его на трон сердца своего, пусть Он царствует, и ты увидишь дело рук Его, как Он будет, как Он может, не то что находясь рядом, а именно через тебя. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, наш Господь. Аллилуйя! И я сейчас хочу молиться для тех, которые первый раз здесь. Есть такие люди. Есть те, которые хотят отдать сердце своего Господу. А если нет, то каемся мы обязательно, потому что уже согрешили. Дорогой Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя за Сына Твоего. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за жертву Твою, за кровь Твою, за смерть Твою, за любовь Твою, которым Ты меня искупил. Я благодарю Тебя, что Ты омыл, очистил мои грехи своей святой кровью. Я призываю Тебя в мое сердце, как Господа и Спасителя. Приди, сиди на троне сердца моего и царствуй. Я отрекаюсь от всего в этом мире, то, что не славит Тебя. И молю и прошу Тебя, веди меня путем новым и живым, где течет молоко и мед, и где Ты. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты принял меня. И я верю в силу молитвы моих.
И я верю в силу крови Твоей. И я верю в силу креста Твоего. Аминь.